Всем привет! Это короткое видео о глаголе успевать, успеть. To have enough time, to be in time. Я не успеваю на поезд. I'm running late for my train. Не волнуйся, мы успеем. Don't worry, we'll be in time. Сегодня мне еще надо успеть убрать квартиру. I also need to find some time today to clean my apartment. Watch the videos and observe the verbs in the context. Leave a comment if you don't understand something and if you want to ask a question. Да-да, спасибо большое, жду. Жду вас. Столько дел, ничего не успеваю. Маргарит, привет. Можешь мне помочь, пожалуйста? Я хочу видео снять. Алина, извини, не могу. Только 5 минут, надо успеть перекусить. Кажется, мы опаздываем в театр. Ой, ничего, сейчас я закажу такси, успею. Ладно. Кристина, привет. Документы для студентов готовы? Нет, извини, я не успела закончить их, очень много работы.